говорит о чем-то непонятном и смотрит как-то странными глазами, но слушать интересно и занятно, за этим наблюдать порой часами. С законами людей смирился и не ноет свидетель наших дней, мой друг гуманоид. Он может мыслить широко форматно и видеть из другого измерения, но быть ему придется автоматом с обычными землянами в общении. Неблизкая, чудесная планета, быть может, ищет без вести пропавших, заброшенных на Землю странствием и ветром от жизни человеческой уставших. Конечно, это моя жизнь. То есть я этим живу, это все мое. Конечно, но что все это дело стоит на первом месте для меня и имеет колоссальное значение. Не будет у меня этого, у меня, соответственно, не будет, я боюсь слова, жизни. Ощущения, когда ты этим делом занимаешься, передать очень сложно. И, наверное, и не получится словами. Не хватает словарного запаса, чтобы это пояснить, объяснить и рассказать. Это надо как-то чувствовать. Ну, я не знаю, наверное, только сексом, когда человек занимается. Да, это сравнило с сексом. Ноги у меня, кстати, не имеют, на самом деле, бывает. Просто ноги больные. Ну, город Мга. Знаешь, как играть рок-музыку здесь? Здесь, в принципе, нет таких условий, чтобы играть музыку. Такой объебосов городок наркоманов. Ну, как и многие провинциальные городки в целом. Но атмосфера там спивающаяся вообще, в принципе. Ну и наркотики, естественно, есть. Просто деградация, наверное, там, население идет. Какой-то народ такой не в себе. Я вообще не понимаю, как ребята здесь живут. Будь моя воля, я бы давно бы уже куда-нибудь там, не знаю, в городе, что ли, репетировал. Еще где-нибудь, только не здесь. Место, где мы все живем, оно очень сильно способствует для занятия рок-музыкой. Потому что в этом месте больше заниматься нечем. Можно либо пухать, либо употреблять наркотики, либо заниматься музыкой. Мы выбрали третье. Не знаю, рад я, что живу тут или не рад. Как бы родину не выбирают. Перед альбомом звучит гимн Советского Союза. Мы и сами толком не понимаем, зачем это все нужно. Торжественность. Это придало торжественность, я так думаю, альбому. Ну и, соответственно, такой как-то патриотизм, наверное, какой-то. Доля патриотизма. Социум – жирный паук. Повсюду раскинул сети. Его лакомство – души мух. Там, где община, он бессмертен. Убаюков гипнозом мух, он готовит их в камикадзе. А дурманины, мухи мрут без мук, выполняя его приказы. В паутине, увязнув души, погрязают в рутине дней и становятся все послушней, глядя в призрачный мир теней. Счастливая жизнь по программе, решено уже все за вас. Вы актеры в великой драме, согласитесь, ведь жизнь прекрасна. Вам сказали, вы согласились, и не надо теперь мудрить,
Вы же все для того родились, чтобы социум прокормить. Работа у меня адская. Дроблю пластмассу, резину. Так. Нечего больше сказать просто. Никаких эмоций не вызывает, кроме негативных. Организовал приемный пункт металлолома, черного цветного металла. Собираю металл, отвожу в порт, получаю деньги. Я работаю водителем строительной компании. Вожу шалобушки всякие. Конечно, не получается нам жить на средства, которые добываем мы музыкой. А музыка денег нам не дает. Мы играем для себя, для людей, бесплатно. Бывает, перепадает что-то, кусочки какие-то. Но хотелось бы играть музыку и получать за это деньги. Да, исключительно музыка – это моя мечта – зарабатывать деньги. Да, конечно, наверное, все этого хотят. Как бы, чтобы можно было больше уделять времени музыке, не отвлекаясь на разные там работы, с утра вставать и все такое. Чтобы сел, взял гитару и начал как бы, с утра до вечера. Если все свое время посвящать группе, это будет намного плодотворнее на самом деле. А так, играем, работаем. Я вот лично добываю деньги на стройке, работаю. Езжу на машине, на УАЗике. Зарабатываем тяжелым трудом на студии. На гитары, на струны и микрофоны. И есть еще, можно сказать, халтура помимо работы. Работаю с коллективом, с одним, езжу на гастроли в виде гитарного техника. В принципе, уже много объездил в России, за границей был. Все-таки работа с этой группой, хочется на самом деле на их месте стоять самому. Это желание посещает каждую гастроль, когда я уезжаю, на самом деле, и вижу зал, энергетика оттуда прет, сумасшедшая, даже до меня доходит, наверное, какая-то частичка небольшая. Мысли только о том, что надо мне там стоять, на самом деле, не ездить гитарным техникам. Был такой период, под воздействием чего-то, вот нам показалось, что недостаточно у нас слушателя, и, может быть, мы играем что-то не то. И музыканты попытались играть немного другую музыку, изменить ее. И, значит, когда это стало уже похоже на русский рок, это стало уже неинтересно. Мне вот, например, было это неинтересно слышать. Потом посидели, подумали, а зачем все это нужно, если нужно делать музыку для себя, для души. И в результате нам пришлось вернуться к своим корням, к тому, с чего мы начинали, и сейчас вот двигаемся в этой области. В музыкальном плане альбом «Ракет», вот я буду сейчас про него говорить. То есть, значит, в принципе, ясно нам самим показал, что вот этот стиль, которым записан этот альбом, это именно наше. То есть к нему мы, в принципе, шли, можно сказать, с 97-го года. Мне нравится то, как они играют. Ушли к простейшему. Тут нет ничего лишнего, все очень просто. Если мы раньше пытались играть с какими-то сэмплами, там, внедрять вторые гитары, там, синтезаторы, то сейчас три инструмента – барабаны, бас и гитары. Больше, в принципе, ничего не надо. Мне нравится быстрая музыка. А когда тянут кота за яйца, мне это уже как-то не по душе. Были всякие эксперименты со студиями, с записями альбомов пытались писать. Абсолютно все это не нравилось. Альбом «Ракета» — это альбом тот, который родился. Который я просто был в шоке, что он получился такой, какой я все эти годы думал. Придирались ко мне, хотели, чтобы я как-то играл жестче, драйвовее, а я считал, что я вроде и так по струнам молочу. А оказывается, надо было еще сильнее. Но на самом деле у меня синяки даже на руках были. Так вот жестко долбил. И получилось так вот, как надо. То есть этот альбом, я к нему добавить ничего не могу. Следующий альбом, я думаю, он будет еще быстрее. Надеюсь, по крайней мере.
потому что материал уже делается. Когда занимаешься рок-музыкой, перестает существовать, как я так наблюдаю, да и в конце концов по себе, наверное, сужу, такая штука, как возраст. В виде людей, с которыми я катаюсь на гастроли, некоторым за 50. Это просто люди совершенно молодые духом, да и телом. Соответственно, возраст, я думаю, вообще не имеет никакого значения. Можно быть и старым дедом с бородой и с палочкой и играть такую же музыку. Да, мне кажется, всю жизнь можно играть ее. Пока не умрешь. Кони не двинешь денег на сцене. То есть пока руки работают, ноги ходят. Я, по крайней мере, готов писать стихи для группы и до гробовой доски. Потому что ты всегда в кайф. Потому что, ну, таков, наверное, путь. Родился человек призванием быть доктором. И всю жизнь доктором. Вот ему там 90 лет, а он делает операции на глаз. И также и рок-музыкант, то есть нету возраста. У него не должно быть возраста, он должен быть вечным. Соответственно, и стремиться к тому, чтобы музыка его стала вечной. Но мне очень запало в память встреча с одним известным рок-музыкантом, которого сейчас нет в живых уже. Значит, когда я был совсем маленький, я бежал по коридору одного здания и врезался ему в живот. А он такой есть в своем одежде, в своей концертной. Он сказал: осторожно, куда ты так бегаешь? Я думаю, как круто быть рок-героя, потому что он шел с двумя девушками симпатичными, красивыми. А я был мелкий такой, думаю, все, я точно буду рок-героем. Это было, мне было 10 лет, 11 лет. Ну вот. Потом через где-то примерно месяц этого рок-музыканта не стало. Была у нас в школе, когда мы еще учились в школе, рок-группа. Это как бы 80-е годы, 90-е уже, конец 80-х, начало 90-х. Они жутко бухали всегда на репетициях, то есть там толком репетиции, они играли рок-н-ролл. Но я так попал раз на репетицию, мне так это понравилось, что я был просто в восторге, в диком. Думаю, ну все, теперь точно группу сделаю. Прошло еще там, наверное, годик-два. Сделали группу, как нам казалось уже тогда на тот момент, крутую. Играли на деревянных акустиках. Первая моя гитара, которую мне продал Юра, покрасив ее в черный цвет, нарисовав там череп, я считал, что это нормальный инструмент. Так или иначе, они продали мне его там, за достаточно, на самом деле, дорого. И я уперто начал играть вообще на гитаре, как бы хотелось научиться именно одной композицию играть, и через буквально дня полтора-два я уже начал играть. Писал я, писал стихи. Ну, зайдет кто-нибудь в гости, я их прочитаю. Потом у меня уже накопилась приличная стопка там листочков с песнями, стихами. И я даже не знал, вот, что с ними делать. Играли, помучились мы где-то полгода. К тому времени мои пацаны научились играть уже на гитарах, более-менее, на барабанах. Все, собрали группу и дали где-то через месяц первый концерт 14 февраля 1997 года. Подошел ко мне Юра,
вокалист наш, вот, и говорит: слушай, не будет ли у тебя какой-нибудь песни для нас? Мы вот репетируем в ДК. Ну, я говорю: ну, возьмите, попробуйте вот эту. Ну, с текстами дела, что еще обстоят серьезно, очень к этому делу подходит плотно, потому что слово все-таки, оно должно нести в массы какую-то информацию определенную. А я в тексты, вот, честно говоря, вот, руку на сердце положить, я не вслушаюсь в них. Для меня музыка как бы не то чтобы главнее, тексты, конечно, это главная вещь, но у меня так как-то получилось, что я на музыку весь акцент делаю. То, чем мы занимаемся на данный момент, я даже как бы не хочу назвать это музыкой. Я не берусь на самом деле оценивать стилистику нашу, я не понимаю в этом ничего. Музыка – это Бах, я не знаю, еще что-то. Мелодичные группы – это музыка. А здесь идет какой-то, вероятно, информационный такой слив. Вот я нахожусь в зале и слышу под музыку, под музыкальное сопровождение группы свои стихи. Звуки вот эти, они поддерживают текст целиком и полностью. Как правило, мне стихи мои редко когда нравятся. Бывают там некоторые стихи, которые, ну да, мне нравятся больше. Тогда я доволен. То есть идет информационный текст, который человек, если что-то как-то соображает по жизни, думает о чем-то, поймет. А так, по большей части, я недоволен. То, как написал что-то, и думаю, что можно было бы сделать и лучше. Естественно, в результате я потом сажусь, беру тетрадь и пытаюсь написать что-то более крутое, более такое интересное. На большую сцену группа, наверное, не может выйти потому что, во-первых, мы делаем, наверное, и музыку, и песни, ну, стихи. Это, наверное, не для всех. Может быть, не все понимают это. Может, не всем нравится этот стиль, но может быть, вот так. Ну, конечно, готов, чтобы не на большую сцену никогда, потому что к этому нужно быть в первую очередь готовым. Не питать больших иллюзий по поводу того, что вот, он станет супер-мега-звездным. Даже если не будет ничего, значит, будет для себя, для души. Я и так для души играю. Я готов заниматься музыкой в любом, при любых раскладах. Получаем мы деньги, не получаем деньги. Но я все равно буду верить лучше. Потому что у группы свое лицо. Потому что эта группа неформатная. Потому что она... как бы делает, много делает для того, чтобы иметь место быть. Поэтому ей нельзя пропасть, вот так остаться незамеченной. Я надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь все-таки заметит. И, может быть, группа поднимется еще. Стадионы будут грандиозные группы. Все это бред на самом деле. Я играю не для того, чтобы там, стать кем-то великим музыкантом какой-то великой группы. Просто мне удовольствие, я получаю это удовольствие. И на сцене выступая, и работая в студии. Группа занимает в моей жизни первое место, как и семья. Это наравне. Я очень дорожу ей. Это часть моей жизни, основная практически часть. Приходя на репетицию, играя концерт, получаешь колоссальное даже не удовольствие, а, наверное, счастье, что ты этим занимаешься, что у тебя есть возможность этим заниматься, и что, я считаю, получается этим заниматься. Хочется, чтобы так продолжалось дальше, на самом деле. Рад я, что этим занимаюсь очень сильно. Дай Бог, чтобы это было всю жизнь.
Да, у меня есть семья. Жена, ребенок вот родился, Ромка. 9 месяцев будет в этом месяце. Я счастливый человек, у меня все есть. Да, на протяжении всех лет, сколько я себя помню, почему-то было ощущение такое, что я должен заниматься музыкой. До сих пор, может быть, дурь эта у меня из головы не выходит. То есть в другом образе, в другом ключе я себя абсолютно не вижу никак. Наверное, так вот и все дальше и будет продолжаться, как бы трудно не было. Это все трудности, связанные какие-то на пути, которые возникают. Я считаю, это просто испытание. То есть, а сможешь ли ты вот это сделать и не бросить свое любимое дело?